Сегодня вряд ли кого удивишь фанатичной преданностью многосерийному телесюжету. Со времен «Остаться в живых», «24 часа» и «Побега из тюрьмы» данный жанр перестал напрямую ассоциироваться с мылом и Санта-Барбарой у широкой аудитории. Нынче Голливуд исправно поставляет изумительные сериалы по сезону ежегодно. Счетчики неумолимо зашкаливают, а контракты на продолжение и спин-оффы подписываются без прочтения. Стоит ли удивляться, что наша с вами индустрия не осталась без внимания воротил эфирного телевещания, и самые громкие шоу обзавелись интерактивными адаптациями. Одной из первых удачных попыток стала игра «Lost Via Domus». Но так как до заката истории было еще далеко, особо развернуться у сценаристов не получилось. Тем не менее, по факту игра удалась и едва ли не породила новый поджанр, ловко обойдя все грабли неудачных экранизаций и весьма точно передавший фирменный стиль повествования и эпизодическую структуру. Фанаты с большой радостью расстались с кровными за порцию знакомых кадров и второсортный сюжет, не несущий никакой смысловой нагрузки, что вдохновило на подвиги и прямых конкурентов. Ответственные лица Fox не рискнули остаться в стороне и поспешили заказать игру по мотивам «Побега из тюрьмы». Вот только в то время как Lost на наших с вами мониторах оживили бывалые труженики Ubisoft, работу над «Побегом» поручили ничем не примечательной студии Zootfly. Словенцы созидали свой хит столь долго, что сериал уж успел завершиться и заметно потерять баллы популярности. Но оно того, пожалуй, стоило. Несмотря на серьезное опоздание, для самых отмороженных фанатов Prison Break The Conspiracy – настоящий подарок. Однако всем остальным можно в сторону игры даже не поглядывать. Как самостоятельный продукт – это, увы, типичнейший проходняк. Во главе истории оперативник той самой компании Том Пакстон, чья задача проникнуть под прикрытием в исправительное учреждение Fox River и разузнать, с чего вдруг Миша Скофилд загремел туда с поличным при нелепом ограблении банка. Уж не брата ли, повидать, решил приговоренного к смерти? Глазами угрюмого Пакстона мы и наблюдаем все ключевые события первого сезона, а в некоторых из них даже принимаем участие. До боли знакомые диалоги и лица, те же узнаваемые голоса и манеры, нас всеми силами убеждают в том, что мы действительно в гуще событий по ту сторону экрана. С другой стороны, нелепые миссии, лишние детали и маленькая тележка домыслов не дают погрузиться в ту самую атмосферу, а совсем уж опрометчивый прицел на подростковую аудиторию порой совсем не по-детски нервирует. На кой черт делать игру под рейтинг Teen, основанную на фильме для взрослых, загадка. Тем более, что этим обусловлена тотальная обескровленность даже самых жестоких драк и кровавых сцен из самого сериала, воссозданных на движке. Стоит ли говорить, что все диалоги также стали предельно легкими и целомудренными, дабы не травмировать детскую психику суровыми реалиями тюремного быта. Игровой процесс сводится к бесконечным теневым поползновениям и поискам сведений по самым отдаленным закоулкам Fox River. По большей части это вылазки с прогулочного двора, заседания в укрытиях и вскрытие дверей с электрощитками. Иногда случаются паузы на мордобой, но никакого баланса не наблюдается. Динамика то надолго падает, то взлетает до небес. Без ознакомления с оригинальным сюжетом понять что-либо будет крайне затруднительно. Но в обратном же случае здешняя история покажется едва ли важной деталью общего приключения. Взаимодействие с персонажами сериала тут очень ограничено. Диалогов мало, да и вообще Пакстон преимущественно сам по себе и лишь изредка принимает участие в цепи событий, результатом которой стал легендарный побег. Тем не менее, хронология выдержана очень правильно, а сами эпизоды с участием героя вплетены в общую канву довольно метко, хоть и, как сказано выше, редко. Однако сам сюжет в основе игры на длительность сезона никак не тянет, а поскольку охватить было необходимо как самое начало, так и предсказуемый финал, пришлось тянуть время. И затянуто оно как следует. Стелс мучительно нетороплив. Идиотские интерактивные кат-сцены нелогичны и проходятся только после заучивания порядка клавиш наизусть. А драки скучные и похожи друг на друга, как две капли воды. Вот в конечном итоге и получается, что приятная графика, несколько знакомых голосов и ряд памятных эпизодов – это все, что может интересного предложить игра. Фанатам на вечерок хватит, а остальным не стоит даже пытаться. Не осуждай, вот стульчик-то все выпил.
Что еще за дела? Говорил тебе, надо оптоволокно. Ща я настрою. Давно пора бы. Говорит, сети нету. Ты швабры, провода не задевала? Не. Я тоже. Давай. Да что ж ты будешь делать-то? Эй! Намеков и осторожных отсылок мы навестили в тюремные камеры американской военной академии. В завершении же выпуска вас ведешь, ждет масштабный разбор полетов. Наши ответы на ваши нескромные вопросы. А может, так и задумал. Как многие из вас могли заметить, мы пристально наблюдаем за судьбой Fallout Online и эпичным конфликтом Interplay и Bethesda. Вот и сегодня предлагаем вам на заметку... Чё стоишь? Неси попкорн! ...пока горячей точки. Interplay внезапно взяла и официально...